Призы там были? Обычно так же. Нет? Давай заканчивай. Вторая тренировка у тебя сегодня будет. Ну, Испания, наверное. Ну, Италия. Не знаю, Америка. Финляндия. Ты что? Ты как это делаешь вообще? Ты вглядываешь? А я по году 1950 год. Только в Финляндии мог бы такой клуб. А только оттуда. А, ну это... Бельгия. Он угадал? Да. О чем ты тогда? Что? Как? А, ну, не знаю, Италия. Швейцария. Я просто им забивал на самом деле. Да? В Лиге Европы, да. Первый игрок. Хорошо. За Кубань. Я понял. Первый русский игрок. Мне есть еще возможность его обыграть, да? Мексика. А, Южная Америка. Да. Бразилия? Нет. Хорошо, Чили. Чили? А, ну Ирландия. Шемрок. Сербия. Я не знаю. Партизан. Я первый сказал сербский, не, вычеркни ему Сербия. Один. Сербия. Ты сказал сербский. Ты что сказал? Я сербский? Не, мы одновременно сказали. Одновременно мы сказали, да? Да. Нет, честно. Как ты выиграть хочешь? Хоть что-то угадал бы на то. Ну, это Южная Америка. Не, почему Америка? Америка, да? Не африканская страна, а Южная Америка. Южная Америка. Ну, хорошо. Аргентина, Ривер Плейт. Да. Почему? Дали подсказки, что ли? А, Турция, да. Галатасарай. Что, только они так орут. Громко. Яростно. Мимо. А. Я помню. Ну, судья, наверное, снимет на день ту назад, нет? Нет, он даст либо желтую, либо красную карточку. Не, ну, я не... Но вторую желтую, либо сразу красную. Не, ну, понятно, что за это, наверное, нужно наказать, но, не знаю, он же должен что-то нестандартное сделать, нет? Красную. А, ну, вторую желтую. Так красную. Все просто, что ли? Вторую, я не знаю. Вторую желтую и красную, я сказал. Вот, камера сидит. А... Брат... Не, я просто не понимаю. Скруч, понятно, это не дисциплинарное Макдак. Поведение, я вообще не понимаю. Я думал, что что-то должно быть нестандартное. Понятно, что это удаление. А, я знаю. Можно? Он ударит ему в спину и забьет ворота. Так нельзя же, кстати. Ну, это старое, да? Идея, так нельзя же. Дикинуть игрока. Ну, засчитай. Ну, там два балла поправки. Да ты выиграл что-то. Ветер что ли? Назад закинет, нет ветра. Deviato dal vento favorito di nuovo del Pino incredibile se non vado errato se non ho toccato a Мазини это страшный сон, не дай бог такое пропустить вообще. Ну я думаю, партизан надо играть, я тебя прибил вначале. В следующий раз другого напарника мне, пожалуйста. Молодого.